Всем привет! С вами снова Верика. Сегодня я научусь готовить простые бутерброды с сыром и зеленью. Для этого нам понадобится такой вот кусочек сыра, батон нарезанный уже, помидорка, чесночок для вкуса, зелень и майонез. Берем кусок сыра, берем на большой. Два зубчика у меня. Я сейчас вам покажу. Два зубчика чесночка. Затем мы добавляем зелень сюда же. Петрушка здесь у меня и укроп. Добавляем майонез. Прям 30-40. Все это хорошенько перемешиваем. Вот такая масса у нас получилась. Полученную массу мы намазываем на хлеб. Можно слой толще делать, чтобы вкус был. Сейчас я режу помидорку вот такими дольками, для того, чтобы было красивенько и он придает хороший вкус этим бутербродикам с чесночком. Тоненькое получилось. Вот смотрите, вот примерно вот такие вот дольчики. Наши бутербродики простые готовы. Всем приятного аппетита, все будьте здоровы. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем до свидания.